событие, когда Дебальцево, после Дебальцево было, и когда Мариуполь наши войска вынуждены были оставить. Там какие-то ранее оставались в Мариуполе, и там две девчонки были, служащий персонал, санитарки наши. И когда подошли азовцы, они подогнали два БТРа, выгнали людей там из больницы и за ноги привязали и разорвали на глазах этих девчонку одну. Ну вот это само по себе, вот эта акция сама по себе, она настолько вот чудовищная,